Решите вопрос об отчуждении недвижимости, оформлении наследственных прав, составлении завещания, брачных договоров, совершении исполнительных надписей и других было возможностью каждого желающего. В преддверии Дня Конституции Республики Беларусь на протяжении рабочего дня для решения нотариального вопроса каждый мог обратиться в любую нотариальную контору или бюро областного центра, где ему бесплатно помогали в решении сложного вопроса. В нашей акции участвуют еще представители Главного управления юстиции, представители органов принудительного исполнения, адвокатуры, Фонда социальной защиты населения. Поэтому у нас такая вот комплексная акция, и поэтому максимум мы можем помочь гражданам по их вопросам. На консультацию к специалистам в Брестскую нотариальную палату записалось 17 человек, но также была возможность попасть на бесплатный прием в формате живой очереди. Каждому человеку опытные специалисты находили индивидуальный подход и со всей ответственностью подходили к вопросам граждан. Вопросы, как правило, они касаются и нотариального удостоверения, совершения различных нотариальных действий, но они затрагивают вопросы, касающиеся и регистрации актов гражданского состояния, непосредственно связанных с нотариальными действиями и вопросами принудительного исполнения. То есть, как правило, вопрос не носит какой-то одной направленности. Они разносторонне направлены, и одни правоотношения порождают другие, третьи, поэтому услуга оказывается в комплексе. Брещанка Мария Киселева пришла на консультацию в Брестскую нотариальную палату урегулировать вопрос с наследством. Сама она не смогла решить всех нюансов сложной процедуры и обратилась за помощью к специалистам. Я пришла по вопросу наследства. Незнание всех нюансов. Хотела бы узнать. И узнала об этой акции через интернет, в новостях по интернету. И вот пришла, записала. Для нотариального сообщества Брестской области проведение подобных акций, приуроченных государственным праздником Республики Беларусь и другим памятным датам, стало традиционным. Кроме того, начиная с этого года для удобства граждан подобные акции будут проходить не только в городах, но и в районах. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.